Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать туториал на новую, очень классную, бесплатную вещь, которая обязательно должна быть у всех в инвентаре. Я уверена, что она вам очень понравится, поэтому, ребята, заранее ставим лайк, подписываемся на канал, так как я делаю для вас очень полезные новости и видосики про туториалы. Да, мне будет очень приятно. Ну что ж, а я начинаю после небольшой рекламки. Поехали! Нужны робуксы для покупки предметов, питомцев или доступ к эксклюзивным возможностям в Roblox, тогда тебе на playrock.com. А еще у меня для тебя хорошие новости. Так как сайт снова заработал, у них появилась ограниченная акция. С пятницы до воскресенья 10% комиссии вместо 20% на все товары. Playrock – это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 300 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. Кстати, сейчас можно купить 400 робуксов по скидке 14% за 400 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Регистрируйся на сайте через удобный для тебя способ ВКонтакте либо Google. А далее выбирай нужный для тебя товар и оплачивай удобным для тебя способом. Либо через банковскую карту, Kiwi кошелек или, к примеру, новый способ Билайн. 10 минут и все, 400 робоксов у меня на аккаунте. Также помимо доната можно купить и аккаунты или другие различные предметы. Рейтинг просто бомбический, более 900 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Так что покупать здесь надежно и безопасно. Скорее переходи по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну что ж, ребят, а теперь пойдемте с вами в ту самую игру. Ну что ж, ребят, в поиске пишем название под этой игры. Вот такое вот название у этой игры. Ребята, она мне уже нравится по этой обложке. Это коллаборация Шейн с Кларна. Не знаю, кто это, а вот Шейн знаю. Это лучший магазин, который когда-то был в России. И все, ребят, как только я оказалась в этой игре, смотрите, куда нам нужно с вами идти. Давайте для начала перейдем вот к этому билетику. Все замечательно. И теперь, ребята, смотрите, мы с вами бежим вот сюда. Вот, нам, ребята, с вами нужно вот в эту локацию. И теперь, ребята, просто посмотрите. Вот это такое колесо. И нам нужно, ребята, с вами его крутить. Как только, ребятушки, мы с вами накопим 1000 алмазиков, с помощью которых мы сможем прокрутить наше колесо, тогда, ребята, мы с вами получим вот эти крылья. Но, кстати, не факт, что они выпадут с первого раза. Поэтому тут уже на вашу удачу. И теперь, ребят, объясняю. Для того, чтобы мы с вами все-таки получили эти крылья, нам нужно где-то собирать эти бриллиантики. А начать мы можем вот отсюда. Подбегаем к этому челику. Но для начала, ребята, я вам советую, для того, чтобы разговор с этим челиком у нас открылся, нам нужно закончить это задание по стрелочкам. Поэтому всем советую убрать эти стрелочки, чтобы они нам не мешали. И вот, ребят, как только мы с вами закончили наше задание, мы подбежали к этому челику для того, чтобы поговорить с ним. И теперь, ребята, он нам объясняет о том, что готовы ли мы начать нашу охоту за сокровищами. Я нажимаю, конечно же, да. Все, и теперь, ребята, сверху у нас появляется вот такая вот табличка, которая сказана о том, что нам нужно собрать 8 подарков. И как только мы с вами их всех соберем, они разбросаны по всей карте, мы с вами сможем получить первые 100 этих алмазиков, фэшн-токенов. И все, ребят, замечательно. Как только мы с вами выполнили нашу миссию, мы возвращаемся на место, где находится наша рулетка. И теперь мы снова бежим к этому челику для того, чтобы забрать нашу награду. И вот, ребят, как вы можете заметить, 100 фэшн-токенов у меня теперь на балансе. Замечательно. И все, теперь, ребята, теперь мы с вами должны прокрутить наше колесо. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Что же мне выпадет? Хоть бы крылья, хоть бы крылья. Блин, мне выпали мужские шорты. Ну, вот так вот, ребята. Кстати, хочу вам еще показать о том, что в этой игре, как только, ребята, вы выиграете
крылышки, вы получите такой бейджик. И вот смотрите, за сегодня уже эти крылья выиграло 34 тысячи человек. Так что это, ребята, очень вполне себе реально за час справиться с этой задачей и выиграть эти крылья. Вот так вот просто нереально бомбически выглядят эти крылья. Боже мой, ребята, что за прелесть. Я бы им дала бы робаксов 500, а они, ребята, абсолютно бесплатные. Ну что ж, надеюсь, что эта новость, ребят, вам понравилась, и вы поставите лайк, мне будет очень приятно. Ну, а, ребята, я вам желаю удачи, чтобы вам с первого раза выпали эти крылья. Ну что ж, видео подошло к концу. Всем до новых встреч. Пока-пока.